Почувствуйте, как ваше тело располагается на полу, насколько это положение симметрично, насколько симметрично соприкасается с полом затылок, одинаково ли на пол давит плечи, равномерно ли распределяется вес тела между двумя ягодицами, строго ли в потолок смотрят кончики пальцев стоп. Теперь давайте согнем левую ногу в колени, поставим стопу на пол и надавим левой стопой в пол. Мягко, плавно снимем напряжение. И еще разочек надавим левой стопой в пол. Почувствуем, как вслед за давлением приподнимается левая половинка таза и прижимается правая. Великолепно. Еще разочек надавите левой стопой в пол. Почувствуйте, как скручивается таз. Мягко, плавно снимите напряжение. Еще разочек надавите левой стопой в пол. Почувствуйте, как скручивается таз, поясница. Мягко, плавно снимите напряжение. Великолепно. Надавите левой стопой в пол, почувствуйте, как скручивается таз, поясничка, грудная клетка, и давление веса тела приходится на правую лопатку с противоположной стороны по диагонали. Великолепно. Давайте сделаем это еще движение один раз. Почувствуем, надавим левой стопой в пол, почувствуем, как скручивается таз, поясница, грудная клетка. И давление приходит на левую лопаточку. Мягко, плавно снимите напряжение. Почувствуйте, как ваше тело раскручивается в обратном направлении. Великолепно. Останемся в этом положении. А руки расположим на полу с двух сторон от головы. Локти слегка согнуты, а ладони располагаются на уровне головы. И правой рукой с противоположной стороны от согнутой ноги по диагонали проскользим по полу вдоль туловища. Мягко, плавно вернемся обратно. Еще разочек проскользим правой рукой вдоль туловища по полу с небольшой амплитудой. Мягко, плавно вернемся обратно. В тот момент, когда вы скользите правой рукой вдоль туловища, почувствуйте, как правая лопатка начинает ярче давить на пол. И очередной раз, скользя рукой вдоль туловища, поверните голову направо. Рука поднимается вверх, головушка возвращается в нейтральное положение. Еще разочек рукой скользим вдоль туловища, поворачиваем голову направо. Смотрим глазками на кисть. Рука поднимается вверх, головушку возвращаем в нейтральное положение. Великолепно. И еще разочек. Скользим рукой вдоль туловища. Поворачиваем голову направо, смотрим глазами на правую кисть. Мягко, плавно возвращаемся в нейтральное положение. Великолепно. Теперь давайте левую руку, кисть левой руки, положим на кисть в правой. И таким образом окажемся слегка в скрученном положении. Вернем левую руку обратно. Еще разочек поднимаем руку над собой, переносим ее через туловище и кладем левую кисть в правую. Мягко, плавно возвращаемся в нейтральное положение. Теперь давайте сопроводим движение левой руки взглядом. Заносим руку над туловищем, кисть над лицом, следим глазками за левой рукой и кладем левую кисть в правую. И также мягко, плавно возвращаемся в нейтральное положение. Еще разочек. Заносим левую кисть над лицом, над головой. И следя за кистью,
кладем левую кисть на правую. Таким образом, наше тело слегка скручивается. Останемся в этом положении, когда ладошка в ладошке. И теперь правой рукой проскользим вверх за голову. Мягко, плавно вернемся в нейтральное положение. Еще разочек. Правой рукой поскользим вверх за голову. В этот момент глазки следят за движением рук. Мягко, плавно вернемся в нейтральное положение. Опять правой рукой скользим вверх. Левая пассивно следует за правой. Глазками следуем за движением рук. Мягко, плавно вернемся в нейтральное положение. И еще разочек. Правая рука скользит вверх и за голову. Глазами следим за движением рук. Мягко, плавно возвращаемся в нейтральное положение. Великолепно. И в очередной раз, скользя правой рукой вверх и за голову, надавим левой ножкой в пол, оттолкнемся. Мягко, плавно вернемся в нейтральное положение. Давайте немножко поменяем инициацию. Толкаемся левой ногой. Правая рука скользит вверх и за голову. Мягко, плавно возвращаемся в нейтральное положение. Правой ножкой толкаемся. Ждем, когда скрученность тела придет в правую лопатку. И правой рукой скользим вверх и за голову. Мягко, плавно возвращаемся в нейтральное положение. Не забываем следить глазками за руками. Левой ножкой толкнулись, туловище скрутилось. Руками вверх подтянулись вверх за голову. Глазами следим за движением рук. Великолепно. Мягко, плавно возвращаемся в нейтральное положение. И теперь давайте сделаем это движение с максимальной амплитудой, которая возможна, и посмотрим, что получилось. Раз, и мы оказались на животе. В обратной последовательности возвращаемся на спину. Великолепно. И опять толкаемся левой ножкой. Руками скользим вверх и за голову. И поворачиваемся на живот. Мягко, плавно, в обратной последовательности возвращаемся в нейтральное положение. Давайте поменяем инициативу движения. Сначала руками потянемся вверх и за голову. Глазки смотрят за руками. И после этого толкнемся ногой. Перевернемся на живот. Мягко, плавно вернемся в обратной последовательности на спину. И еще разочек в движении инициируют руки. Тянемся руками вверх и за голову. Толкаемся левой ногой и поворачиваемся на живот. Мягко, плавно возвращаемся в нейтральное положение. Вытягиваем руки вдоль туловища, вытягиваем ноги. Великолепно.